Так, всем привет! В данном видеоролике хочу сделать небольшой видеообзор на такой вот штуку, как генеральная броня. Это доспехи самурая. Заказывал на Алиэкспрессе. Упакованы в такой вот пластиковый блистер. А также дополнительно было все, этот блистер запакован в гофрокартон, что учитывает специфику работы нашей почты. Это весьма полезно. У меня даже через картон было здесь слегка погнута пластины. Но думаю, на сборке это не сильно скажется. Отдельно запакованы пластины. Отдельная инструкция. Инструкция пошаговая, как видите, на китайском языке. Все наглядно и визуально видно. Пластины сами обклеены пленкой. Это, как понимаю, сделано для того, чтобы металл не начинал окисляться. Качество довольно, травление хорошее, все проработано. Второй лист, здесь основание и прочие детали. Детали маски шлема, там глаза, как я понимаю. Детали отделять буду. Детали отделять, как здесь надо будет обрезать такую здесь тоненькую рамочку. И далее, судя по видео, которое я видел на YouTube, на обзорах, здесь есть такие вот небольшие штифты. Они там вставляются в ответную часть на другие детали и зажимаются кусачками или небольшими пассатижиками. Сборку данной модели буду ввести после завершения дюбель-шлюпки. Саму же дюбель-шлюпку постараюсь в ближайшие пару обзоров закончить. Всем спасибо за просмотр данного короткого видеоролика. Оставляйте свои комментарии, может кто работал с подобными пазлами. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и всем пока.